Привет! Добро пожаловать в мою мастерскую! Крышу я восстановил. Пора заняться колесом. Чтобы его снять, понадобится специальный инструмент. Вот так. Механик! Держи, Кирилл! Большое спасибо! Вот так. Отличная работа! Благодарю. Ой, кто это сигналит? Ничего себе! Это же Брудер! Ремонтный набор для мотоцикла. В нашем сервисе такого еще не было. Это точно. Давай скорее откроем его. Вау. Смотри, какой гараж. Это крепление для полки. Она будет вот здесь. Крепление для шлема. Инструменты должны лежать в ящике. Согласен. Порядок должен быть везде. Кстати, Кирилл, поможешь осмотреть мотоцикл? С удовольствием. Для этого есть специальная площадка. Класс! Очень удобно! У мотоцикла всего два колеса. Одно спереди, другое сзади. Есть фара, руль, зеркала заднего вида. А еще бензобак. И мягкое сиденье. Кстати, у мотоцикла очень мощный двигатель. Ой, нужно подкрутить. Держи разводной ключ. Достаточно.
Вот это мощь! С этой стороны у мотоцикла выхлопная труба. Затянул колесо? Молодец! Пора протестировать мотоцикл. Где моя экипировка? Для того, чтобы мотоцикл не падал, нужна подножка. Вперед! Будь осторожен и не нарушай скоростной режим. Это было круто! Мотоцикл в полном порядке! Ты заметил, что у него отличные задние амортизаторы? Смотри, как пружинят! Да, благодаря амортизаторам не чувствуешь неровности на дороге! Теперь в моей мастерской будут ремонтироваться еще и мотоциклы! Пока-пока!